Фонтаны был организован 25 лет назад, летом, в июне 90-го года. Это был не первый самозахват, самострой, который организовали крымские татары, но он попал на более массовые. Вокруг Симферополя было одновременно организовано несколько таких самозахватов. Я хотел бы пожелать, как и всем нормальным людям, здоровья, счастья, всего наилучшего. И при этом хочу сакцентировать внимание на том, что все наши проблемы будем решать Арзу и Джарасында, Ахмеджихайда Масолоджа, Петери, Берек, Эльвира, Бешкаде, Саристисе, Эмине, Менсиитова, Кельсуларна, Хашлай. Мати, которые нам надо. Мы их будем решать сами. Бу, Дедмирна, Башлама, Исим, Мамбетова,